Выяснилось, что мобильные приложения банков не всегда хорошо защищены. Ошибки в программном обеспечении дают возможность злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации о пользователях. К такому выводу пришли аналитики центра Positive Technologies в результате проведенного исследования. Ярослава Бабина, руководитель центра, отмечает, что в прошлом году недостаточную авторизацию имела третья часть приложений. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.